Воскресенье, 31 мая 1909 года, в Воскресенской церкви, которая когда-то стояла вот на этом месте, было совершено отпевание старца Ивана Борисова, 106 лет от роду. Покойный участвовал когда-то в обороне Севастополя и до последних своих дней сохранял хорошее здоровье и твердую память. А мы с вами сегодня говорим о Воскресенской площади и чудесах, которые происходили на ней. Возвращаемся на те же 100 с лишним лет назад, в прошлое. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».